Алло. Я счет почему не могу пополнить через ваш банк, букмекерскую контору. Раньше можно было, сейчас нельзя. Почему? Что изменилось? Смартфон необходим? Но у меня обычный телефон, у меня нет этого смартфона вашего, который вы предлагаете мне. Где его достану? Или переться надо туда и комиссию еще платить? Что это за новизна такая непонятная? А? Что это за новизна? И почему? Ну я сегодня хотел на ПСЖ поставить, ёпта, блин. И вдруг такая фигня, я ходу, пишут ему, что нельзя, типа. Вам все равно, на что я хотел там что-то сделать, да? Вам все равно, на что я хотел поставить? Это уже не ваше дело, вы говорите, да? Так нет. Слушайте дальше, ёпта. Я хотел на ПСЖ минус 2,5 поставить. Минус 3 хотел поставить. Коэффициент двоечка примерно была. И я не поставил, потому что мне в вашем банке отказали в пополнении счета в букмекерской конторе. И этот матч завершился, знаете, с каким счетом он завершился? 8-0, ёпта. Если бы не ваши эти косяки, то я бы поставил и поднял бы бабос. Но кто мне вернет бабос неподъемный, который я мог поднять? Знаете, я еле сдерживаюсь сейчас, чтоб... Что вы мне сейчас тут говорите, ёптять, втираете фигню какую-то, что типа там надо было думать, что-то смотреть там, да? Почему не информировали? Неважно уже. Я не понимаю, как. Более того, почему нельзя через ваш банк спокойно, без всяких смартов, без всяких прибубенчиков, ваших комиссий всяких там, пополнить обычный счетец в бухконторе, ёпта? Почему это нельзя сделать? Кто виноват? Я? Как тебя зовут? А ну назови свое имя, мазафака. Как я на тебя с тобой разговариваю? Да я тебя, ты еще не знаешь, как я с тобой разговаривать буду. Ёпта, блин. Пупсик. Ты мне должен. Понял, блин? Трубку положил, ёпта, блин. Хотел на ПСЖ поставить, блин. Так нет. Нельзя, ёптить, блин.